Винторезы, валы, бронещиты, беспилотники и разминирование. Спецподразделения Росгвардии провели день открытых дверей для белгородских школьников и воспитанников военно-патриотических клубов. Восемьсот спецопераций и более 120 задержанных подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений. Таковы результаты работы СОБРа и ОМОНа с начала года. За высокий профессионализм и большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка благодарственными письмами губернатора Белгородской области наградили 15 бойцов. В этот день хочется пожелать вам, уважаемые сотрудники СОБРа и ОМОНа, чтобы при выполнении государственных задач, при выполнении приказа всех полных составе возвращались домой. Сотрудники спецподразделений всегда на переднем крае борьбы с такими угрозами, как терроризм и экстремизм. За период с 1994 года личный состав более 150 раз выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. За мужество, проявленное при исполнении служебного долга, бойцы получили более 800 государственных и ведомственных наград, среди которых ордена мужества за заслуги перед Отечеством, медали за отвагу. Я рад, что у нас Россия имеет свою гвардию, и вы являетесь родоначальниками традиций, которые в дальнейшем будут подрастающим поколением, которые здесь присутствуют, развиваться. Работа по патриотическому воспитанию молодежи является одним из приоритетных направлений деятельности Управления Росгвардии по Белгородской области. Сегодня на празднике школьники, а также воспитанники военно-патриотических клубов «Север» имени ветерана Белгородского ОМОН, героя России Вячеслава Воробьева, и «Патриот» имени офицера СОБР Геннадия Мишенина. Многие из таких же мальчишек, отслужив срочную, возвращаются и встают в строй сотрудников спецподразделений. Прежде всего, это наша смена, подрастающее поколение, те, которые придут на смену нам. И опять же, это молодежь, с которыми мы проводим эту работу, для того, чтобы они встали на путь именно правоохранительный, а не правонарушительный. В завершении дня открытых дверей кадетам и курсантам показали, как и чем бойцы СОБРа и ОМОНа защищают правопорядок. Сотрудники инженерно-технических подразделений отработали поиск и разминирование взрывного устройства.